сурдо – большой барабан, который задает ритм. Для артистов он как басовый метроном, а вокруг него бразильскую красоту наводят другие барабаны. У каждого свой, особый звук. Чехарда этих инструментов и создает красивые мелодии. Все это складывается в определенные рисунки, которыми мы, собственно, манипулируем, их меняем одни на другие, и из этого складывается музыка карнавальная. В карнавальную атмосферу самарцы погрузились благодаря проекту «Культурное сердце России». На сцене 4 барабанных оркестра, 2 танцевальных коллектива и спортсмены-капоэристы. Барабаны – неотъемлемая часть бразильского боевого искусства. Капоэйра зародилась под ритмы этого инструмента. Спортсмены удивляют зрителей своей техникой и исполнением песен на португальском. В процессах занятий все это происходит. То есть у нас проходят отдельные занятия, где мы изучаем песни, базовые португальские слова, и все песни поем также на португальском. По атмосфере, которая царит в полном зале театрального комплекса «Дирижабль», чувствуется, что и артисты, и зрители соскучились по ярким летним карнавалам и шествиям. А потому и те, и другие наслаждаются любой возможностью вновь погрузиться в бразильскую феерию. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.